сентябре 2020 года на нашей республике состоялось нападение со стороны террористов. Эта ситуация привела к подрыву стабильности в нашем регионе, несмотря на применение силы, угрозу применения силы. Мы смогли отстоять основные принципы, несмотря на многочисленные заявления участников Минского процесса и призывы сохранять международные принципы, несмотря на обращение генерального секретаря ООН Гутерреша, несмотря на пандемию, Азербайджан продолжал военными силами действовать против Армении, против женщин, детей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Многие гражданские лица стали военнопленными. Кто-то подвергался пыткам, кто-то остается в заключении, несмотря на призыв международного сообщества освободить их. Некоторые из них в течение многих дней оставались в заключении. Азербайджан выступил против суверенитета Армении, не только Карабахе, и говоря об дружбе, сотрудничестве, открытии дорог, первое, что сделал Азербайджан, было блокирование дороги между Арменией и Нагорным Карабахом. Спустя несколько недель произошло также блокирование дорог в Армении, между Арменией и Ираном. Тем самым были разорваны все линии связи, необходимые для выживания Армении. Цинизм Азербайджан достиг высот, когда президент Алиев сказал, что вопрос Нагорного Карабаха был решен. Азербайджан не воспрепятствует приезду в Нагорный Карабах представителей ОБСЕ. Все эти действия остаются без наказания и нарушают международное право, ведут так подрыву мира. И, наконец, заявление Баку относительно решения проблемы Нагорного Карабаха. Такая позиция является неверной. Мы должны отстаивать полное право народов на соблюдение ценностей и решение самостоятельно своих судьб. Спасибо, дамы и господа. Большое спасибо. Теперь вам слово, пожалуйста.